Деревню Беззубово открыли мемориальную доску. Торжественную церемонию посетил глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин. Власов Сергей Васильевич – герой Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов славы, ордена Боевого Красного Знамени, ордена Красной Звезды. Его подвиги не забыты не только земляками, но жителями всей нашей страны. Когда мы были на Поклонной горе, прочитали на колоннах зала памяти героев, там увидели Власов Сергей Васильевич написан. И мы решили, а почему же там почему? Он есть, да, на Поклонной горе, а здесь у нас Беззубове, где он родился и всю жизнь прожил, ничего о нем нет. Мемориальную доску установили на здании деревенского дома культуры. Особую благодарность за помощь выразили депутату Совета депутатов Ликино-Дулевского округа Максиму Коркину. Торжественная церемония открытия собрала немало почетных гостей. Конечно, подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны – это всегда будет пример мужества и героизма. Наши солдаты спасли не только нашу страну, но и всю Европу, весь мир от нацизма. Очень приятно, что даже самые небольшие по количеству населения сельские территории, деревни хранят в своих сердцах, в своих головах память о той великой победе. В годы войны Сергей Васильевич служил сапером. На его счету десятки, а то и сотни обезвреженных мин, а значит, спасенных жизней. После победы он вернулся домой в родную деревню. Трое его родных братьев остались лежать в земле. В память о погибших объявили минуту молчания. В конце мероприятия к мемориальной доске возложили цветы. Ты помнишь?